Добрый вечер, дорогие друзья. Четверг, 9 часов. И как всегда, мы снова вместе в нашем еженедельный урок Тора. Мы стоим накануне особый шаббат, шаббат глава Ре, 4 глава в книге Дварим, и шаббат Меврахим месяц Элул, шаббат, который в ней мы будем читать особый молитва, попросить у Всевышнего благословлять наступающего месяца, месяца Элул, что это, как известно, очень важный месяц, месяц, который это месяц милосердия и слихот, месяц подготовка к судни дней, к Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Интересно, что в большинстве года именно глава Ре, в ней совпадает этот шаббат Меврахим месяц Элул. И она действительно имеет прямой связь к этой событии, к месяцу Элул. В глава Ре пишет нам Тора о важнейшей заповеди, заповеди Цдака. В самых сильных выражениях по всему Тора, по поводу исполнения этой заповеди, мы находим именно в этой недельной главе Ре. И может быть, когда мы читаем тексты в нашей недельной главе, мы понимаем, почему цдака занимает вот такой важной части в культуре еврейского народа. Говорят, что когда-то к одному еврею пришел своего соседа и сказал: «Ты знаешь, в последнее время очень много неприятностей. Я чувствую, что несколько раз, не дай Бог, воры зашли ко мне домой. Один раз украли один вещь, другой раз украли другую вещь. А к тебе никогда никто не пришел. В чем твой секрет?» А еврей его показал о мезузе, который висит, и сказал: «Мезуза – это наш секрет. Мезуза сохраняет нас». И он говорит: «Знаешь что, я тоже хочу купить мезузу, чтобы этой мезузе в качестве защиты и охраны мой дом». Он купил мезузу и повесил мезузу. Проходит 3 недели, он возвращается к соседу и говорит: «Хочу тебе подарить мезузу, которую я купил». И он говорит: «Знаешь, правда, мезуза помогла, и перестали приходить гости такие, которые я не хочу видеть, перестали приходить ко мне воры домой. Но зато каждый вечер стучат люди и просят деньги. Они видели мезузы, знают, что евреи раздают цдоки. И они приходят каждый вечер, я уже не могу этого терпеть». Цдоки – это основной вещь, это как ДНК в культуре еврейского народа. Мы всегда даем цдока. В каждый еврейский дом должна быть цдоки пушка, что когда она заполняется, мы передаем цдоки в синагоге или к бедняки и так далее. Каждый утром перед молитвой надо давать цдоки. Желательно, что каждый утром все члены семьи дали цдоки в цдоки пушки. Перед зажиганием шаббатной свечи и праздничной свечи известно, обязательно женщины и девушки должны давать цдоки в цдоки пушки. Всегда наша жизнь ходит вокруг цдоки. И спрашивается вопрос, почему действительно? В чем заслужила этой заповеди, что она занимает такое большое место и имеет такое важное значение в жизни, в культуре еврейского народа? Я думаю, что будет правильно начать со слова Альтер Ребе, Раби Шнейер Залмен из Лади, и в книге Таня, в первой части Таня, 37 глава. Там Альтер Ребе пишет удивительные слова о высоком значении и о качестве, а очень высокий уровень этой мицвы, которая называется цдака. Альтер Ребе пишет следующее: «То, что наши мудрецы, светлые их память, так много увеличивали важность заповеди цдака, и они сказали так, слушайте, что цдака равно всех заповедей Тора». Чему цдака равно все заповеди Тора? Пишет Альтер Ребе в Тания, в 37 глава: «Поскольку цель исполнения заповедей Тора – это поднять выше духов, материальной нашей души, материальное тело, и когда мы из материального тела исполняем заповеди, мы поднимаем ее выше, приближаем ее к Богу. Это цель каждой заповеди. Но Говорит Альтер Ребе, в исполнении каждой заповеди
мы можем поднять один часть тела. Например, когда мы накладываем тфилин каждое утро. Рука, которая на ней мы накладывали тфилин, голова, которая на нее лежит тфилин, эти части тела мы поднимали. Когда мы держим этрог в суккот, те части тела, которые держат этрог, они поднимались выше. Но говорит, и это тоже только во время исполнения заповеди. Говорит Альтер-Ребе, но когда мы даем цдоке, статус совсем другой. Что это цдоке? Мы даем деньги, которые ради этих денег мы трудили. Мы вкладывали в это наше время, наша энергия и наше здоровье. Получается, в эти деньги, которые мы зарабатывали, лежит часть нашей жизни, часть нашей души там лежит. А когда мы отдали в цдоке часть этих денег, которые мы с трудом зарабатывали, говорит Альтер-Ребе, тогда «кол нафшо хиюнит ола ла-Ашем». Мы типа жертвуем, вся наша материальная душа, вся наша материальная необходимая душа, мы ее жертвуем к Богу. Поскольку в эти деньги мы же могли купить другие вещи, которые могли принести нам пользу и удовольствие, а мы решили этого давать цдоке. Получается, что мы жертвуем часть нашей жизни, не более и не менее. И поэтому, говорит, завершает Альтер-Ребе этой темы, сказали мудрецы, какое заповеди именно ускорит освобождение и прихода Машиах, сказали мудрецы в Иерусалимский Талмуд, «Гдола цдака шемекаревет эта геула». Великая цдака, которая приближает освобождение. И именно цдака больше, чем все остальные заповеди. Это и слова Альтер-Ребе дает нам уже совсем другой взгляд о важности этой заповеди и, возможно, о причине, почему именно этой заповеди больше, чем какая-либо другая заповедь, стала часть нашей жизни, символ еврейской жизни и символ еврейской культуры, еврейской образ жизни. Давайте немножко сегодня разберем эту заповедь и будем понимать источник этой заповеди. Мы обязаны давать цдоке, это обязательство, когда это обязательство, или это просто по доброе наше желание. Сколько мы должны давать цдоке? И в чем разница между десятина, маасер и цдака? Слова Альтер-Ребе, если мы вернемся к слова Альтер-Ребе, они очень понятны. Деньги – это самый дорогой вещь для человека. Он долго трудился, много трудился, чтобы его зарабатывать. И деньги символизировали для каждого человека путь к счастью. Благодаря деньги можно сделать, можно иметь хорошее образование для детей. Благодаря деньги можно иметь высокий уровень жизни. Благодаря деньги есть успех, есть все. Деньги равно счастье, деньги равно успеха на человека. И вместе с тем, несмотря на то, что деньги – это самый, вроде бы, важный цель и инструмент для хорошей, счастливой жизни, каждый от нас знает, каждый от нас, что он член еврейской общины, и он активен как-то в еврейской жизни, он знает, каждый день к нему доходит другая просьба, чтобы туда жертвовать деньги, туда жертвовать деньги. Только на последние сутки я получал минимум 3 просьбы участвовать в какой-то чариди, сейчас популярной, через чариди давать, участвовать в общественный сбор денег для разных важных учреждений. И я думаю, что я не один, и как что я не отказал и старался участвовать во все эти кампания по сбору цдоке для разных учреждений, я уверен, что так будет делать каждый. Но мы должны понимать, почему мы так поступаем. Почему мы обязаны этого делать? Почему человек, который трудился, чтобы мог он достигать какой-то суммы деньги, должен взять сумму деньги, которую он на ней трудился, и попрощаться от ней?
это 100 долларов с трудом дошли к нам, а сейчас мы должны эти 100 долларов передавать кому-то другой. Это может быть человек, который в этом нуждается. Это может быть учреждение, синагога, община, центр Хабад или другое учреждение, которое в этом нуждается. И мы это делаем, слава Богу. Но почему мы это делаем? Мы обязаны этого делать? А почему действительно мы так поступаем? Наша недельная глава, глава Ре, как мы уже упоминали, в ней есть много Тора, выделяйте в этой главе много внимания к этой заповеди, которая называется Цдоки. Может быть, начнем не по хронологический порядок нашей главы, но с концу. Глава наша завершается из закона, связанного с праздником. Во все праздники, на второй день праздник, мы читаем в Тора именно эту часть Тора из главы Ре. И когда мы завершаем читать эту главу, мы читаем о законе праздника, там Тора приказывает нас, как делать, что когда мы встречаем праздники, мы не будем думать только о себе, но мы будем думать только о других людях, которые, возможно, у них не хватает средства, чтобы достойно встречать праздник, а мы обязаны о них думать. И это очень актуально, очень скоро, через меньше чем 40 дней, наступит Рош ха-Шана, и затем Йом Кипур, и затем Суккот и Симхат Тора. Слава Богу, будет очень много праздники, и мы все надеемся, что когда дойдут эти праздники, коронавирус уже будет позади, и можно будет их встречать достойно, и пригласить гостей, и каждый может этого встречать достойно. И наверняка есть люди, которые будут нуждаться в поддержке других людей, чтобы достойно встречать эти праздники. Именно об этом говорит Тора. Тора говорит нам так. Интересно, обратите внимание на две вида выражения в Тора, когда, как Тора пишет, что мы обязаны, когда мы встречаем праздники, думать не только о себе, но думать и о других людях. Первый раз написано так. Принеси добровольный дар по мере того, как благословит тебя Господь. Первый раз Тора пишет нам, что добровольно мы должны принести добровольный дар по мере наших возможностей, как благословлял нас Всевышнего, чтобы могли радоваться перед Богом в дни праздники, все мы, наши семьи, рабами, и левиты, которые не работают, и община должна их не работать в храме, община должна их обеспечивать. Пришелец, переселенцы и люди, которые нуждаются, это первый раз, который Тора об этом говорит. То есть Тора к этому относится как добровольный дар из нашей стороны. Читаем еще несколько строков в Тора, и дальше упоминается в отношении, кстати, праздник Суккот, что мы должны тоже думать и праздновать не только самим, но думать о других людей, чтобы они тоже могли праздновать достойно праздник. Там обратите внимание на текст Тора, там слова немножко другие. И пусть никто не передаст перед Господом с пустыми руками. Пусть каждый принесет столько, сколько сможет, по мере того, как благословит его Господь ваш Бог. Звучит совсем по-другому. Это уже приказ. Не приходите к Богу с пустыми руками. Не приходите встречать праздник с пустыми руками. Когда вы идете праздник встречаете его после того, когда вы пришли к Богу, то есть вы пришли к празднику, и при этом вы сделали все, что и люди, которые нуждаются, чтобы все могли радоваться этой большой радости праздник Суккот. Обратите внимание. Один раз Тора обращается к этому как доброжелательный дар, то есть это зависит от нас. На второй раз это уже обязательство. Разница между эти две выражения в Тора существенная. Когда мы говорим, что это добровольный дар,
אוקיי, מימוז'ן תיאטרון חרושית של אבק. און מילה סרדני, און איבו דובריה סרצה. איקק דוברית של אבק, און אימוגה סטבצה רוב נדושני גלודים, כתוריסה מיני מגליד אסטוינה את מצ'אט פרזניק, איפה אתמו און פמוג איך דסטוינה את מצ'אט פרזניק. Но когда мы говорим о второй части, которая упоминается в Тора, никто у нас не спрашивает. Это человек может захотеть или не, или, дай Бог, нет. Может быть доброе сердце и может быть недоброе сердце. Это тоже бывает. Не у всех доброе сердце. Но никто не спрашивает. Мы обязаны. Мы не можем приходить к празднику, праздновать праздник у Бога с пустыми руками. Ты хочешь праздновать сам, чтобы Бог принял тебя в этом празднике? Думай и о другой. Четко, конкретный текст, приказ, как надо праздновать, только после того, что мы подумали о других евреях, чтобы они тоже могли достойно праздновать этот праздник. Тогда нам непонятно, как на самом деле нам надо относиться к этой заповеди, которая называется «цдоке». Это зависит от нашей доброты, это добровольный дар, или это обязательство. Мы видим здесь в Торе два разных выражения. С одной стороны добровольный дар, с другой стороны обязательство. И это очень важный вопрос. Я хочу ознакомить вас с законом и в Шулхан Арух. Наверняка, почти я уверен, что никто еще не учил этот закон. Не хочу никого не пугать, но слушайте внимательно этот закон в Шулхан Арух. Это в Шулхан Арух в Адел Йоредеа называется 248 глава. Шулхан Арух относится к правилу поведения в общине. В те годы при каждой общине существовала, называется Бейт Тамхуй. И в нашем современном языке будем этого называть благотворительная столовая. В этом благотворительный центр, благотворительный столовый, который называется Тамхуй, обеспечивали всем бедняки, которые есть в общине, чтобы никто не голодал. Каждый человек мог прийти и получать на вся неделя еда, чтобы он мог достойно жить и покормить свою семью, если, не дай Бог, он сам не мог этого достать. Если он, не дай Бог, без работы или другие проблемы у него, община должна была его обеспечивать. И в этом тоже все должны участвовать. Как вы считаете? Члены общины, те, которые, слава Богу, обеспечены. Это добровольный дар их участия в этом проекте или это обязательство? Вроде бы, с одной стороны, это добровольный дар. Я добрый человек. Я понимаю, что это очень важный благотворительный проект. Поэтому по мере моих возможностей я тоже иду к ответственной за это проекты в общине и говорю ему, дорогой, я тоже хочу быть хорошим евреем, и я в этом участвую. У другой человек, который у него отсутствует это чувство ответственности за других людей, он не приходил, он не решил, даже если когда ему попросили, он сказал, не могу сейчас, в моих приоритетах сейчас надо поменять машину, на новый или поменять телефон, iPhone 12 вышел сейчас, я хочу сделать апгрейд и иметь новый iPhone, и поэтому все свободные мои деньги я сейчас складываю на то, чтобы поменять на 12 iPhone. И я не могу поэтому в этом участвовать. Значит, это не так просто. Это человек, который откажется, его не, для него не будет так просто отказаться. В Шулхан Арух написано так. Обязан каждый человек давать цдака. Ради этого. И тот, который дает меньше, чем у него есть возможности давать, человек говорит, я, вы у меня попросили давать $100, я вам дам $50, я не могу давать 100. Но мы же знаем о том, что у него, слава Богу, есть возможности давать эти 100, целые 100. Значит, Бейдин, Равинский суд, обязывает его давать в цдоке на этом общественной кассе, на этой общественной благотворительной столовой вся сумма, которую ему говорили. И если он отказывается, вы знаете, что с ним будет? Никто у него не спрашивает. Есть исполнительная служба.
Как исполнительная служба налога, налоговая инспекция может забрать у человека, если он не платил налоги? То же самое, такие порядки были в еврейской общине. Бейдин, раввинский суд, назначает исполнительная служба, они просто приходят и забирают у него имущество на сумму, которую ему написали, что он должен принести. То есть, это очень важный закон. Нам кажется, что цдака – это наш выбор, добровольный дар. Когда мы чувствуем, что мы хотим, мы даем цдоке. Когда нам не хочется или нам не что-то не нравится, мы не даем цдоке. И когда мы даем цдоке, мы заслуживаем получать весь почет и уважение, чтобы дали нам пакет цветов и самый почетный визов к Тора в синагоге, мы же дали цдоке. Приходит нам Шулхан Арух и говорит ничего подобного. Ты просто обязан. Просто в наших времен не существует такая структура. Но на самом деле это просто так. Но вместе с тем я вас напоминаю, что мы же с вами читали в нашей главе, которая относится к цдоке тоже как добровольный дар. А тогда что это цдоке? Это обязательство плод до того, что Бейдин отправляет исполнительную службу к человеку, который деньги не дает? Или это все-таки добровольный дар, который зависит от решения каждого от нас, давать или не давать? Как мы упоминали, мы сейчас стоим в Шаббат Меврахим, Шаббат, который благословляет новый месяц, наступающего месяц Элул. И начинается наша подготовка к судней дни. И поэтому очень важно сейчас обсудить эту мицву цдака. Рамбам, Ребе приводит этот рамбам, в многие места, в особенно, есть особый беседа Ребе в 34-й том в книге Лекутей Сихот. И рамбам пишет так, что это очень древняя обича среди евреев, что в месяц Элул добавит в цдака больше, чем в обычный месяц. Если в обычный месяц человек дает, он знает, я даю жертву в цдоке, в обычный месяц определенная сумма, в месяц Элул он должен увеличивать сумму, которую он дает на цдоке. Почему? Сколько мы готовимся к судным дням, которые в них мы хотим заслужить от Всевышнего отношения, чтобы он показал нам милосердие, чтобы он нам давал добровольное цдоке к нам, даже если мы не заслужили. И мы должны вести себя в таком же поведении, когда мы показываем добровольное отношение к другим. И даже если мы считаем, что они не заслужили, или что мы не обязаны, мы участвуем и мы даем, тогда мы заслуживаем получать от Всевышнего в суд не такое же отношение. И поэтому важно сегодня, друзья мои, понимать наши обязательства в отношении цдака, чтобы мы не ждали, чтобы у нас попросили. Есть человеческие слабости, когда у меня же не попросили, раввин же у меня не попросил, поэтому я не пришел. Никто не спрашивает себя, как живет община, кто платит за свет, кто платит за кондиционер, кто платит за то, что синагога существовала, кто платит за то, что были все проекты, которые сопровождают. Думает, если они работают, значит они есть. Нет, друзья, там, где вы есть, в любая община, где вы ходите, что вы знали, что ничего автоматически не бывает. И за каждую вещь, которая работает и в община, есть люди, которые должны трудиться, в основном это раввины, или общественные лидеры общины, которые должны трудиться, чтобы попросить и собрать этих деньги. Но не всегда удобно у кого-то попросить, как вы сами понимаете. И поэтому, когда мы говорим сегодня о цдоке, поймите, мы должны правильно формировать себя, наше обязательство в это направление перед Богом, и особенно в этот месяц Элул, и знать, что мы не должны ждать какой-то вызов, чтобы кто-то к нам постучал в наш дверь и попросил, помогите общину, или помогите там какой-то проект, какой-то люди, который нуждается, помогите какой-то общине достойно праздновать ближайшие праздники, там есть люди, которые нуждаются и так далее. Приходите и приносите все, что вы умеете, как Тора нам приказывает.
В нашей недельной главе, в 15 главе, мы говорили то, что в конце главы, в 16 главе. 15 глава, 7 пасук. Мы читаем, можно сказать, самые основные слова Тора, которые касаются цдака. Тора нам говорит так. Если же, я не буду читать весь пасук, только основные фразы. Если же, и в какой-то из ваших городов будет людей, бедняки, которые нуждаются, будут бедняки, то не ожесточай свое сердце и не скупись перед своих, перед своих. Но будь щерд, давай им, давай им помера, их нужно. Слушайте, давай им помера, их нужно. Тогда мы говорим, давать по нашей мере. Как я могу, тогда столько я могу давать. Тора нам говорит, сколько нам надо давать бедняким, бедняками, по мере их нужно. Если им надо много, мы обязаны предоставить им много. Давай все, и в чем они будут нуждаться. Такие слова. Так Тора пишет нам. Давать все, в чем, что они будут нуждаться. И Тора интересна, Тора говорит, «Патох тифтах эт ядха». Тора дважды упоминает, «Открой твое сердце, открой твоя рука, дай ему все, что ему надо». Но все-таки сколько? Сколько надо давать? Даже я думаю, что все сейчас спрашивают себя, что значит все, что ему надо? Я же не могу ему обеспечивать все. Должен быть какой-то предел. Есть действительно предел на цдоке? Давайте будем об этом говорить. На самом деле, мы здесь, когда читали этот пасук из Тора, это заповеди Тора, давать человеку, который нуждается, все, что ему надо. А в Тора нет никаких размеров. Тора не ограничивала цдоке в какие-то размеры. Это мицва, которая не имеет размера. Если пришли к нам сегодня много бедняки, и каждый попросил, мы должны им давать все. Мудрецы сказали, что обязательство заканчивается до десятина от все нашего владения. То есть цдака, это и обязательство из Тора давать цдака, поскольку это зависит от них, сколько им надо, не сколько у нас есть возможность. Мы тут не читаем десятина от прибыль, но десятина от того, сколько человек имеет. Человек должен считать вся его имущество, все, что у него есть. И до 10 из этого и он обязан давать бедняки, которые приходят и просят у него деньги. Если он хочет быть более добрый, это, конечно, желательно, это называется хомеш, 20% от его имущества. Что будет дальше, если он скажет, ну, это для меня же недостаточно, только 20%, мне надо гораздо больше. Мы надеемся, что я тут не один, тут много евреев. Я дам по максимуму, который я могу позволить себе. И мудрецы дали нам ограничения до 10% или до 20%, те, которые больше имеют возможности или желания. И остальные он возьмет у других. И с другой стороны, Рамбам нам говорит, что это и заповеди, поскольку она не имеет предел. Это палка с двух концами. С одной стороны, когда приходит к нам бедняки, просит, мы не имеем права отказаться. Мы обязаны давать все, что у нас в кармане в это время. Но с другой стороны, если никто к нам не приходил, сегодня не были бедняки, мы не обязаны говорить Рамбам, ходить и искать, где они. Конечно, это будет очень красиво. Конечно, это будет очень большая мицва. Но это не входит в обязательство цдака искать их. Когда они приходят, и мы, не дай Бог, отказали, мы нарушали закон Тора. Поскольку в этом пасуке есть и мицват эсе, заповеди, которые называются делай,
дай ему, и там есть и запрет, который называется лотасе, не делай, не закрывай твое сердце, не закрывай твоя рука от твой брат, который нуждается. Но поскольку он ко мне еще не пришел, тогда у меня нет возможности, не исполняет заповеди эссе, и я не нарушаю заповеди лотасе, поскольку он ко мне не приходил. И поэтому говорит Рамбам, если он ко мне не приходил, я не обязан, я ничего не нарушаю. Но в случае, если они к нам приходили, тогда эта мицва почти не имеет предел. Только мудрецы учились о другие законы, которые есть в Тора, связанные с Зака, которые о них мы будем тоже читать в этой главе и скоро будем упоминать, и сделали нам предел, это же невозможно, что человек будет отдавать все, что у него есть. Конечно, были и такие цадики, которые дали все, что у них есть. А поэтому ограничивали этого мудрецы, сказали до 10% от все, что мы владеем, или в лучшем случае до 20%. Почему действительно мудрецы взяли эту цифру? Тора же здесь, в этом пасук нет цифра 10% и 20%. У нас еще одна заповедь в Торе. Заповедь, которая называется десятина. И в этой главе, глава Ре, глава 14 в 22 пасук. Это тоже такая глава, которую всегда мы читаем в Торе в праздники. Пасук говорит «Асер те асер». «Отдели десятина от все урожай». От твой урожай, от все урожай. Тора говорит, а урожай, человека есть огород, есть поле, есть земля, у него растет разные вещи. Это его бизнес, этот урожай. Из 10% от урожай он обязан давать в цдоке. Это заповедь из Тора. Сколько тут Тора ограничивала в десятина, удаляй десятина. Учили мудрецы, что из заповеди отздоки, что несмотря, что в пасук нет ограничения, ограничивали тоже это в цифра 10% и разрешали человеку до 20%. Кроме этого, что надо удалить, что кроме этой мицвы, которая называется отздоки, которой в ней мы не видели предел в Торе, только мудрецы ставили предел, и это связано с того, когда люди к нам приходят и просят. Есть еще одна заповедь. И кроме десятина, которой мы обязаны из урожая, это тоже заповедь из Тора, мудрецы установили еще одну заповедь, которая называется «Маасер ксафим». «Маасер ксафим» – это удалить десятина от денежной прибыли. Хочу сказать, что в этом есть спор. Среди мудрецов, это и заповеди «Маасер ксафим десятина от денежной прибыли». Это деорайта, это заповеди Тора или это постановление мудрецов. И в Шулхан Арух Альтер Ребе, Рабби Шнейр Залмен из Лади, он принимает мнение, что это постановление мудрецов, которое она обоснованная, конечно, на заповеди Тора. Что это за заповеди? Человек обязан каждый месяц на постоянный порядок между 10% до 20% от его прибыли. В некоторых письмах Ребе писал людей, что лучше давать 15%, то есть не ограничивать себя в минимум. Минимум в исполнении этой заповеди десятина – это 10%, максимум – это 20%. Ребе предложил много людей, это видно в книге «Игрот Кодеш», 39 томов, 29, 33, извините, уже томов «Игрот Кодеш», много очень писем, где Ребе предлагает большинство людям, что они будут выделять 15% от прибыли, так они будут исполнять эту мицву, этой заповеди, которая называется «выделить десятину». Этой заповеди имеет уже другой характер. Во-первых, она на постоянной. Тут мы не должны ждать, чтобы кто-то к нам пришел. Мы обязаны это делать.
это наша обязательство. Вплоть до того, что наши мудрецы относятся к этой десятине, как что это не наши деньги. Эта десятина, которую мы обязаны принести от прибыли, не считается нашей. То есть, человек зарабатывал $1000, получал зарплату $1000. $100 это его десятина. Это не что на $100 он сейчас хороший и добрый человек, он этого отдает в цдоке. Это не его деньги. Это деньги принадлежит Богу. И он обязан эту десятину, эти $100 отдавать в цдоке. Или люди, которые в этом нуждаются, или община, или синагога, или центр Хабад, или ешива, или любой другой благотворительной организации, которая делает с этими деньги общественные добрые дела. Как мы упоминали, это и постановление мудрецы не решили сами, чтобы из деньги, из прибыли, из денежной прибыли, чтобы мы отделили десятину. Это обосновано на слова Тора, которые сотни лет, когда весь еврейский народ, весь бизнес был сельскохозяйственный. У людей были свои огороды, свои земли, где там был урожай, и с этого урожая ели, жили, продали, купили. То есть весь бизнес шел вокруг урожая. И в этом урожае мы знаем, что можно было давать, каждый должен был давать 20%. 10%, первые 10% называется маасер ришон, надо было давать левитов, колено леви. Потом маасер шейни, второй 10%, были годы, когда надо было этого есть в Иерушалаем, чтобы потратить деньги в Иерушалаем. Были годы, когда надо было давать маасер ани, давать этого беднякам. То есть всегда было 20% от урожая, которое надо было выделить. Потом, когда доступили годы, что большинство еврейское население не зарабатывает деньги именно на урожай, но зарабатывает деньги на работу, на бизнес, сказали мудрецы, что надо перенести обязательства Тора о десятина и до 20% от урожая на прибыль, и на заработок, который у человека есть в деньгах. Почему? Чтобы, если мы не будем этого делать, это из заповеди удалить десятина, которую мы они читаем в этой главе. И больше я вам скажу, сегодня в четверг, когда мы читаем, мы изучаем хитас каждый день, по один час из недельной главы. Сегодня мы учили это из заповеди удалить десятина. Это удалай десятина переносится от урожай на другой вид урожай. Раньше это было урожай в яблоке и помидоре и винограде. Сейчас это другой урожай. Это в деньги, которые мы получаем в зарплату или мы зарабатываем. И также пишет тоже Тосфот и в том Таанит и в Талмуд. Говорит, написано в Тора, удали десятина от всего урожай. Откуда мы знаем, что не только от урожай? Говорят Тосфот, написано кол твуа дзареха. Написано от всего урожай. Всего это лишние слова. Можно писать, удали десятина от твоего урожай. Что такое от всего урожай? Отвечает Тосфот, всего. Это добавляет нам не только конкретный тот урожай, как мы его понимаем, что это вещи, которые растет у нас на дерево, на огород или на виноградник, но это тоже те вещи, которые мы зарабатываем благодаря бизнес, благодаря работе, благодаря других вещей. И действительно, когда мы смотрим в Тору, мы находим историю в книге Берешит с Авраам Авину, когда он воевал с этих четырех царей, которые взяли в плен его племенник Лот, и когда он победил, и он забрал у них много, там тогда Коэн был Шем, старший сын Ноах, его звали Малки Цедек Мелех Шалем, он сидел в Иерушалаем, и Авраам Авину давал ему десятина от все, что он имел, не только от урожай. Когда Яков отправился к Лаван, мечутаем в книге Берешит глава Ваейце, Яков сказал, он брал на себе обязательство перед Богом,
что когда он вернется из Божьей помощи назад с целой, здоровой, что он будет давать? Десятина от всего, что он его будет. То есть видно действительно, что обязательство давать десятина распространяется не только о конкретный урожай, а классический урожай, который растет, но о любой вид прибыль, любой заработок, который есть у человека, распространяется там этой обязательностью принести десятину. И раз мы уже затрагивали эту митцву, это обязательство принести десятину, я хочу упоминать три важных пункта, связанные с исполнением этой заповеди, поскольку очень часто люди пишут, звонят, спрашивают вопросы, связанные с этим, поскольку это очень практичная вещь. Это зависит каждый от нас, который, слава Богу, работает, зарабатывает или получает зарплату, сталкивается с этим вопросом, и он должен понимать, как считать, от чего выделить десятину, от какая сумма. Я хочу упомянуть три пункта. Во-первых, десятина мы выделяем от суммы чистого прибыли. Допустим, у человека, который у него есть бизнес, он платил налоги, он платил других какие-то обязательства, которые у него были, а потом чистый прибыль, то, что он считает как чистый прибыль, от него он выделяет эту десятину в цдоке. До того он еще не выделяет эту десятину. То же самое человек, который он не владелец бизнес, он получает зарплату, но зарплата тоже, у него высчитывается налоги или какие-то фонды, которые он платит, социальная страховка и другие вещи, эти вещи тоже он не считает их, когда он обязан платить, когда он обязан давать десятина, он считает, выделяет десятина уже от чистого прибыль, который у него получает. Еще один важный пункт. Иногда есть, особенно это встречается, когда молодая женщина ходит на работу, и они оставляют дома маленькие дети, но сами нельзя оставить, надо пригласить няню. Няня же стоит деньги. Но получается, няня – это инструмент, чтобы она могла ходить на работу. Разрешает мудрецы уменьшить, то есть уменьшить сумму прибыли и считает, выделить в стороны, то есть уменьшить все расходы, связанные с этого, допустим, стоимости няня, стоимости транспорта или стоимости одежды, которую покупаем специально, чтобы иметь представительный вид на работу, и так мы бы этого не покупали. Эти все расходы входят в состав нашей расходы. И чистые прибыль мы начинаем считать после того, что мы уже заплатили эти расходы, а только потом мы смотрим, когда какой чистая прибыль остается от него, мы выделяем десятину. Некоторые из поским пишут о том, что человек, который у него нелегко, у него узкое положение, он может тоже очистит все необходимые расходы на содержание семьи, а только то, что выше первой необходимости считать как чистые прибыли, от него выделили десятина, но как мы увидим дальше, Ребе не очень большой сторонник этого. То есть, сделаем итог, мы встречали сегодня три вида цдака. Две, которые упоминаются прямо в Торе. Одна – это цдака, денежный цдака, что мы обязаны, когда просит к нам, когда бедняки просит у нас цдоке, мы обязаны им давать, и Тора запрещает нам, ни в коем случае их отказать. Мы обязаны давать. Второй вид цдоке, который упоминается в Тора в нашей главе, это десятина от урожай. Третий вид цдоке, третий вид обязательства, это десятина от прибыль, от денежной прибыли. Чистая прибыль, как мы сказали. В чем разница? Цдоке наше обязательство, оно не ограниченное. И с первоначально Тора требует от нас давать, поскольку нуждается бедник, сколько ему надо, мы обязаны давать. Только мудрецы уже сделали нам скидку и сказали, окей, ограничивает нас до 10% от всего имущества, которое мы имеем, не только от прибыли. Или от 20% от имущества, которое мы имеем.
Есть еще одна разница между цдака и между десятина. Тора, когда говорит о цдака, Тора говорит о этой обязательстве, распространяется о бедных людей, бедняки, которые пришли и попросили деньги на жизнь. Об этом Тора сказала, не закрывай твое сердце, не закрывай твоя рука. Обязан ты давать ему побольше, сколько ему надо. Поэтому цдака распространяется в основном об этом. Десятина, пишет Альтер-Ребе в Шулхан Арух, десятина, эти деньги, можно использовать и давать на все остальные заповеди. На содержание община, на содержание синагоги, на содержание ешива, на содержание других разных проектов, которые есть. И после того, что мы уже сейчас понимаем, настолько мы обязаны в цдоке до 10% то, что мы владеем, или даже до 20%. Настолько мы обязаны в маасер от денежной прибыли до 20% или хотя бы до 10%, или как мы упоминали, что Ребе рекомендует 15%. Надо же вернуться к наш вопрос. Как действительно, да, правда, это приказ Тора, это заповеди Тора. Маасер от денежной прибыли тоже обоснован Тора. Сильная, строгая заповедь. Но мы должны же понимать логика. С какая прав мы приходим к человеку и просим от него отказаться от деньги, которые он честно зарабатывал, и отделиться этих деньги из других людей, из других учреждений. Я думаю, что это будет понятно, когда мы поймем еще один очень важный вещь. Цдоке. Это ключ к богатству. Кто хочет быть богатым? Если бы против меня, если бы вы могли сейчас голосовать, все бы голосовали за «я хочу быть богатым». Вы знаете человека, который не хочет быть богатым? Я таких не знаю. Все мы хотим быть богатым. Мы все хотим быть полностью обеспечены, чтобы мы могли хорошо жить, мы и наши дети, и наши внуки, и наши правнуки. Это нормальное, легитимное желание каждый нормальный, здоровый человек. Правда? Как дойти до этого? Цдоке. Хотим мы открыть ключ ворота богатства? Надо давать цдоке. Человек, который может давать цдоке и не дает цдоке, он, не дай Бог, может повредить своих возможностей стать более богатым. Есть многие письма, которые можно найти в книге «Игрот Кодеш». Кстати, сейчас вышла книга «Игрот Кодеш» с перевод на русском языке, и там разделили эти не по хронологический порядок, но по темам. Есть целый том «Игрот Кодеш», там письма Ребе, связанные именно с цдака. Рекомендую всем покупать эту книгу и читать, и получать новый взгляд об этой великой митцве, которая называется цдоке. Ребе пишет о том, что когда человек дает цдоке, это становится причина на богатство. Человек, который сегодня не может и все равно дает больше, чем он сможет, это причина для Всевышнего увеличивать возможность этого человека, и чтобы он давал больше и больше. Есть очень интересная история в Талмуд, в том Таанит. Талмуд в том Таанит в 9 лист рассказывает следующие слова. Известный и авторитетный мудрец Талмид Раби Йоханан встретил своего племянника на улице. Это был сын второго известного мудреца, который был Хеврусе Раби Йоханан, это был Рейш Локиш. Рейш Локиш же женился на сестра, на родная сестра Раби Йоханан. И сын Рейш Локиш, это был племянник Раби Йоханан. Раби Йоханан видит этого ребенка, ходит на улице, он его говорит: Хаим, скажи, что ты учил сегодня в школе? Ребенок ему повторяет этот пасук, который в нашей главе, в 14 главе, 22 пасук. Уделай десятина от всего урожай. Асейр те асейр эскол тву азареху. Этот пасук, когда мы переводим его по смыслу,
это просто удала и десятина. Когда мы переводим его дословно, как он на иврит, звучит очень странно. Десятина уделай, десятина уделай, десятина. То есть дважды написано понят, связанный со словом десять, что именно десятина надо удалать. Спрашивал этого ребенка своего великого дяди Раби Йоханан, почему в Торе дважды написано асер, те асер. Достаточно было писать один раз, уделай десятина. Зачем дважды упоминать, что надо удалить десятина? Сказали его Раби Йоханан, асер бишвиль шетит ашер. Глагол ашир, глагол богатый, это такой же глагол, как асер, как маасер, десятина. Сказали его Раби Йоханан, что это намек, Бог нам говорит, дай десятина, чтобы стать богатым. Сказали его ребенку, разве так? Он ему сказал, иди испытывай Бога, а дай десятину и посмотри результат. Ребенок сказал, ребе, дядя Раби Йоханан, но мы же знаем, в Торе написано, что нельзя испытывать Всевышнему. Сказали ему Раби Йоханан, да, это по всей заповеди Тора, кроме этой заповеди. Почему, в чем отличается это из заповеди? Есть огром, есть очень интересный, красивый пасук, который говорит пророк Малахи. Пророк Малахи говорит евреям, принесите вся ваша десятина в это место. И Всевышний говорит, увхону нино базоис, испытывайте меня в этом. Если я не открою вам все каналы небес, и буду разбрасывать над вас благословение без границы. Вахарикойси лохем брохо ад блидай. Я буду разбрасывать вам благословения без никакой предел, без никакой ограничения. С другой стороны, Талмуд в том Ктубот, 66 лист, вторая страница, рассказывает тоже связанный с Раби Йоханан тяжелой очень истории. После разрушения второго храма один раз Раби Йоханан увидел דוצ'קה, אדין סמך בגתך עברי ירושלים, זוואלי ונגדימון בן גוריון. ונבידי לשתו, ענה ילי וז'וואת, ענה דלז'נה מית אוליצה, זה לצמי פרסטיך תיז'ולך וידב רבות אשתו בזרבת ואית נחלב. ביוחנן נימוגת הפברית. יוניוס קזל שתו סלוצ'ילס, где все деньги твоего отца, который был один из самых богатых евреев Иерусалима до разрушения храма? Где исчезли все его деньги, если ты так сейчас нужна делать такая тяжелая работа, чтобы выжить, чтобы покормить своих детей? Она ему сказала, мой папа солил своих деньги. Раньше, когда хотели сохранить что-то, солили его, тогда не были морозильники. Единственная вещь, что можно было сохранить продукты, надо было их солить, тогда они долго держались. Она его сказала, он солил свои деньги, поэтому они исчезли. Она хотела сказать, правда, мой папа давал цдоке, но нельзя сравнивать суммы, которые он раздал, к возможности, которые он умел. И поэтому он потерял все свои деньги, и я сейчас нуждаюсь в такой работе. Я бы говорил, человек, который дает деньги больше своих возможностей, он дает Богу причину давать ему гораздо больше. А наоборот, это наоборот. Есть история. Каждый может найти эту историю в Google, в компании Джем, где там есть интервью с людьми, каждый рассказывает о своей истории с Ребе. Был один еврей, звали его Реб Гимпл Омерланд. Омерланд. Он жил в Майами, во Флориде. Он был обеспеченный человек, имел дом перестарелых, там жили богатые люди, он имел много недвижимости, много участки земли. Он каждый год на праздник Симхат Тора летел из Майами в Нью-Йорк, чтобы праздновать этот праздник Симхат Тора у Лубавичского Ребе. Был один год, это было посередине 60-х годов, когда не были у него вообще наличные деньги. Деньги были вкладываны в строительство, в недвижимости. Он вообще у него не были наличные свободные деньги. Но он летел в Нью-Йорк.
Есть такое поведение, и у Ребе в синагоге так было принято, что в шаббат Берейшит, первый шаббат года после праздника Тишрей, сделали в синагоге сбор деньги, сбор средства на содержание синагоги на следующий год. Как это делают? Продали, типа продали заслуги на следующий год. Один купил за большие деньги возможности предоставить на фабренген Ребе вино на кидуш на весь год. И это, за это дали большие деньги и часто остался для содержания синагога. Другой брал на себя возможности свет, заплатить за свет в синагога. И зато он получал сделать хагбе, поднять Тору на весь год и так далее. Реб Гимпл увидел, что идет продажа, но у него нет деньги. Он хотел, он сказал, окей, я тоже буду участвовать. Он сказал, какой-то сумма деньги. Исходя из его возможностей. И тут была очень редкая вещь. Реб перевернулся к нему и сказал, Гимпл, от тебя я ожидаю $5000, чтобы ты давал синагоге. $5000, 65-й год, были очень большие деньги. Они и сейчас большие деньги, но тем более сейчас, когда мы говорим 55 лет тому назад. И у него, он очень сильно испугался, у него нет этих денег. Ребе на него посмотрел и сказал, дай сейчас 5000, и к следующей году в Симхат Тора Бог даст тебе возможности давать 3 раза больше. Реб Гимпл вернулся домой. Но целый год почти прошел, он уже стоял, как сейчас, месяц Элул, и ничего не изменился. Он еще не продал ничего, строительство не двигается, стоит у него один дом недостроенный, и он не мог его продавать, и наличные деньги вообще не были. Взять кредиты почти он не мог, уже взял достаточно кредиты. Время идет, скоро праздник Симхат Тора, ему снова надо ехать к Ребе на праздник, он еще не выплатил. И он пришел домой, жена спрашивает, Гимпл, что ты так думаешь? Он говорит, он ее рассказал его обязательства. А жена, как умная еврейская женщина, сказала, что ты еще не заплатил? Иди быстро в банк, бери кредит на 5000 и немедленно посылай деньги в Нью-Йорк на синагогу, как ты обещал. Еще до Роша Шана. И так Гимпл делает. Почти в конце года, в канун Роша Шана, он получает телефонный звонок от большая частная больница, которая существовала, находилась возле его дома, возле здания, которое он начал строить. Они предложили его очень большая сумма деньги за это недостроенное здание, за коробку, которая стоит возле их больницы. Им очень было важно расширять свой медицинский центр именно там. Он получал очень много денег. Прибыль был, то есть предоплата в наличные была $15000. И вот часто предоплата были партнеры. И вот часто предоплата были $15000. То есть 3 раза больше, чем он давал тогда точно, как Ребе ему сказал. Интересно, в этот Симхат Тора он сказал, что он покупает, и пусть Ребе ему скажет, сколько отдавать он будет давать. Он мечтал, чтобы Ребе ему сказал еще больше, чтобы снова увеличивать своих активов. Когда он давал Ребе открытый чек, чтобы Ребе написал после праздника, он был у Ребе, давал Ребе открытый чек, Ребе там написал $126. Он сказал, Ребе, я не понимаю. Раньше, когда не было, Ребе мне сказал 5, сейчас, когда есть, Ребе говорит 126. Ребе говорит, когда не было, я хотел, что будет. Я хотел, чтобы ты будешь давать больше своих возможностей, тогда Всевышний давал тебе больше, чем тебе положено. А сейчас, когда есть, я решение оставляю тебе. Я не буду писать тебе, сколько давать. Вот видите, когда человек дает сдоки больше своих возможностей, дает ему Всевышний больше, чем ему положено. Ребе говорит интересную вещь. Есть закон в Шулхан Арух по поводу десятина. Человек получает зарплату, но все деньги, он сейчас нуждается в этих денег. Или он взял кредит, или у него есть других обязательств, он должен делать свадьба. Любая копейка важна для него сейчас. Даже эти деньги от прибыль, которые 10% от прибыль, важны для него, он не может их сейчас отдавать. И он, что ему делает? Давать эту десятину в такие случаи или нет? Есть мудрецы в Шулхан Арух, например, Рамо, Раби Моше Исраэль, что они пишут, что в такие случаи человек говорит, окей, сейчас я не могу. Ребе пишет, нет. Ни в коем случае не говорит так. Ведь Ребе, дай сейчас половина.
Ты знаешь, что твой прибыль сейчас был тысячи. Но ты не можешь сейчас давать эти тысячи, они тебе нужны на какое-то новое вложение или другие обязательства. Дай 500 и пиши. Я должен давать в цдоке за месяц Менахем Ав 5780 год $500, которые я еще не дал. И так каждый месяц. Потом, когда деньги будут освободиться, ты будешь потихонечку вернуть твой долг в цдоке те десятины, которые ты не отдавал. Почему? Почему Ребе треба идти именно так? И снять Любавичский Ребе. Когда ты не можешь давать, и ты все равно даешь, тогда ты открываешь в небо самые большие возможности на большая браха над собой. Жалко пропустить такая возможность, жалко пропустить такая браха во время, когда она есть. Вот получается, цдака создает богатство. Теперь мы можем понять вопрос, который мы с ним начали. Что это цдака? Это добровольный дар или это обязательство? Когда у человека еще нет, это у него добровольный дар. Но когда человек, несмотря за то, что у него нет, он дает, помогает его Бога и открывает на нем ворота богатства, и у него уже есть много и больше и больше, а тогда он уже входит в статус те людей, которые обязаны давать. Когда мы говорим, человек обязан, это счастье, это значит, у него есть много. И Бог дает ему еще больше, и он больше обязан, и больше обязан. Как этот Реб Гимпель, который хотел, что Ребе ему скажет сумма, еще больше, чтобы на следующий год у него будет еще на 3 раза больше. Вот это весь принцип. Тора начинает и говорит первый абзац в Тора, добровольный дар. Мы говорим о человеке, который пока у него еще нет. И поскольку пока у него еще нет, он не обязан. Обязан тот, который у него есть. Но когда этот человек, который пока у него еще нет, он прослушивал совет Тора. Он прослушивал то, что Лубавельский Ребе говорит, что не сука во время, когда у него нет, тогда это самое лучшее время давать сдоки и получить от Всевышнего потом больше. И он решил и давал эти сдоки. Тогда он открыл над собой ворота благословения, ворота счастья, ворота успеха, ворота богатства. И на следующий Симхат Тора, и на следующий Рош Ашана, он уже входит в статус те, которые обязаны. Он уже обязан давать, он счастливый человек. У него есть много денег, он обязан давать. Вот так нам надо смотреть от цдоки. Друзья мои, мы готовимся к месяцу Элул. Когда мы будем готовиться к месяцу Элул с решением укреплять себя в цдоке, как написано в Шулхан Арух, каждый день перед молитвой шахарит давать цдоке, где-то перед тем, что они уходят из дома в школу, давали цдоке в цдоке пушке, чтобы в каждый дом была цдоке пушка, перед зажиганием свечи, чтобы женщины и девушки давали цдоке, чтобы перед любой важной сделкой давали цдоке, чтобы дали десятину, чтобы никто не делал с этого никаких компромиссов, чтобы не искали и дали побольше цдоке. Всевышний нам говорит, и испытывайте меня в этого, как мы упоминали, история из Талмуд в том Таанит, что Раби Йоханан сказал, что Всевышний говорит, «Ухонуни нобозоис, испытывайте меня именно в этом». А тогда, когда вы принесете, «Варикойси лохем брохо ад блидай». Я буду бросать, я буду разбрасывать вам благословения без предел. Больше и больше и больше. Желаю всем браха и ацлаха от блидай. Благословения и успеха без никакой предел. Чтобы Бог помог, чтобы мы все были обязаны давать цдака. Чтобы у нас у всех было огромных возможностей. И тогда мы обязаны и мы будем давать больше. И Всевышний нам будет давать больше и больше. Спасибо вам за внимание. Желаю всем нам хорошего шаббата, шаббат шалом и только хороших новостей. Спасибо.